Все произошло в сентябре текущего года. Оперативники регионального управления наркоконтроля ОМВД задержали двух жителей Притамбовья 21 и 28 лет, когда они пытались организовать сеть тайников. Их доставили в полицию, где они признали, что бесконтактным способом через тайник купили запрещенные вещества для продажи. Они раскрыли один из тайников, где хранилось 80 граммов мефедрона. В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящее время следствию известно о порядка более 20 эпизодов преступной деятельности, именно непосредственно разложенных закладок, различных психотропных веществ и наркотических средств. Также данные вещества изъяты из незаконного оборота, в связи с чем дополнительно были возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство с основным уголовным делом. За распространение наркотиков каждый из подозреваемых может получить 20-летний тюремный срок. Сейчас полиция продолжает расследование дела, чтобы найти всех причастных к незаконному обороту наркотиков. Идет поиск оставшихся тайников с запрещенными веществами.